ЧП в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде. Там эвакуировали 130 пассажиров и 5 членов экипажа из-за сообщения о бомбе. Предположительно, взрывчатое вещество может находиться на борту самолета немецкой компании «Люфтганза», который готовился вылететь во Франкфурт. По данным МВД Сербии, лайнер отбуксирован в специальную зону. Его проверяют специалисты. Аэропорт работает в штатном режиме.